Гильдия маркетологов России опубликовала результаты своего недавнего исследования. Согласно полученным данным, самым популярным подарком к 8 марта являются цветы. Затем следуют конфеты и шоколад, а на третьем месте парфюмерия и косметика. Популярность цветов как главного подарка подтверждают и флористы Мариэл. Наши мужчины 8 марта весенний цветочек – это тюльпанчик. Вот. Бывает и 51, и 101, и огромные корзины берут тюльпанов. У нас прям огромное количество берут. По 101 розе берут тоже, часто берут, радуют своих женщин. Розы, тюльпаны, гиацинты, нарциссы и даже ранункулюсы. Далекому от всего этого флористического великолепия мужчине порой бывает очень сложно сделать выбор и купить то, что точно понравится любимой женщине. Есть еще и вопрос качества цветов. Вдруг таким неопытным попытаются продать некондицию? И как продлить свежесть прекрасного букета? Плохой цветок сразу видно, у него головка отпущена, и листики пожухлые, и все. Ну, такое сразу видно. Самое главное – уход. И, конечно, улыбки женщин, когда им вручают букет. От настроения очень много зависит. Цветочки, они уже срезанные, и поэтому энергия вот эта вот радость и счастье, она прям их заряжает и дает им продлить жизнь. Максимально продлить свежая вода. Потому что цветочки выделяют углекислый газ. И если сутки уже постоит цветок, то водичка уже мутная и не свежая. А если больше суток воду не менять, то такую воду цветы попьют, и они уже умирают. Даже свежие цветы могут повянуть. В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора также дали несколько советов по выбору цветов. Перед покупкой обратите внимание на стебель. Он не должен быть слишком сухим. Важный показатель свежести букета – степень раскрытия бутонов. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Еще одним признаком свежести цветов является отсутствие любых искусственных украшений на бутонах. Лучший способ сохранить живые цветы – не оставлять их надолго без воды и исключить резкие перепады температур. По дороге позаботьтесь о том, чтобы букет был надежно укрыт. Согласно требованиям Закона о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора. В цветочных салонах информация должна содержать сведения о потребительских свойствах товаров и цене. По словам наших флористов, мужчины чаще всего приходят за цветами 8 марта, но лучше сделать заказ накануне, чтобы выбрать действительно достойный букет из свежих цветов, а не покупать в спешке то, что осталось.